Новые данные, полученные группой Киберберкут, содержат доказательства того, что Киев работает по прямой указке из Вашингтона. Хакеры опубликовали личную переписку Петра Порошенко с американским миллиардером Соросом, известным своей жесткой антироссийской позицией. Именно он приложил руку к февральским событиям на Майдане и не раз призывал Запад поставлять Украине новое оружие. В своих письмах Сорос по пунктам диктует украинскому президенту план действий. Как нарастить военную мощь, откуда взять деньги на армию или как, например, создать видимость борьбы с коррупцией на Украине. Елена Наркуна изучила американскую инструкцию. В первый день лета хакеры Киберберкута, известные своими скандальными разоблачениями, опубликовали материалы, суть которых можно сформулировать кратко. «Куплю Украину дорого» и подпись «Джордж Сорос». Участники столь циничной сделки – Вашингтон и киевские власти. Причем очевидно, кто из них руководит процессом купли-продажи. Письмо Джорджа Сороса, адресованное лично Петру Порошенко, документ об оказании военной помощи Киеву и стратегия фонда американского финансиста по новой Украине. И это лишь часть тайного массива документов, но и она не оставляет сомнений у экспертов. Цели и задачи у друзей по переписке абсолютно меркантильные. Фактически целенаправленный проект, который связан сначала на ослабление Украины с целью снижения стоимости активов, а потом, соответственно, его покупка на слабом рынке. Речь будет идти о десятках миллиардов в долгосрочной перспективе. Сейчас же их можно будет купить за миллионы, сотни миллионов. Здесь даже идет не о сырьевом придатке, а скорее о некой дойной корове, которую выдают и выбросят вместе со 40-миллионным населением. Интернет-активисты приводят на сайте наиболее показательные отрывки. Вот, например, как по Соросу киевские власти должны обманывать собственный народ. Итак, что же должна сделать Украина? Первое. Восстановить боеспособность без нарушения Минских соглашений. Второе. Создать видимость стабильности национальной валюты и работы банковской системы. Третье. Поддержать единство среди разных ветвей власти. Четвертое. Сохранить институциональную целостность и независимость Национального банка Украины. Пятое. Обеспечить вещественные доказательства того, что правительство знает о дырах в бюджете и якобы понимает, как их закрыть. Вот истинное лицо хозяев нынешнего киевского режима, резюмируют авторы киберрасследования. Между прочим, в украинском топ-листе Сорос на 7-м месте среди лоббистов интересов незалежной. На пункт выше самого Джозефа Байдена, вице-президента США, известного своими чрезмерными проукраинскими настроениями. Год назад финансист активно поддержал переворот на Майдане и не раз призвал Запад поставлять Киеву оружие. Его основной интерес прежде всего к приватизируемым активам. И на украинском направлении он играет в долгую. Прежде всего его интересует ряд объектов, которые будут представлены. О том, что нерезиденты могут зайти в топливно-энергетические компании, стало известно ранее. Но то, что это будет очень продолжительный процесс, и то, что в рамках этого процесса целый ряд крупных компаний Украины, помимо энергетического сегмента, например, машиностроения, может уйти буквально за копейки, стало известно относительно недавно. Автор новой украинской финансовой пирамиды Джордж Сорос также предлагает киевским властям использовать хитрую схему для получения необходимого финансирования. Тут первую скрипку сыграет Евросоюз. Если точнее, европейские налогоплательщики, которые вряд ли догадываются, что будут оплачивать реформы на Украине из собственного кармана. Причем не только в экономике. Сорос диктует конституционные изменения, с ними киевские власти тянут уже год и бряцает оружием. Мол, для общего хаоса, в котором обычно и проворачиваются самые одиозные финансовые махинации, противостояние с Россией просто необходимо. А значит и поддержка Запада в этом вопросе. Что должны сделать союзники? Первое. Помочь в восстановлении боеспособности украинской армии, не нарушая Минских соглашений. Второе. Европа должна заключить новое рамочное соглашение, которое позволит Еврокомиссии выделять Украине ежегодно 1 миллиард евро. Главное – произвести хорошее впечатление на инвесторов, получить средства, а дальше, видимо, полная неизвестность. Эксперты констатируют смысл переписки, опубликованной в интернете. Украина – лишь разменная монета в большой игре западных политиков и олигархов. Стоит отметить, что сам Джордж Сорос свои деньги в новое предприятие вкладывать не спешит, только лишь обещает финансовую поддержку когда-нибудь потом. Самоназначенный адвокат Украины – так подписывается американский финансист под всеми своими обещаниями. Конечно, Сорос опытнейший человек, опытный мошенник, я бы так сказал, международного, высокого международного класса. И запаковывая свои, так сказать, желания или предложения в некие наукообразные выражения и тексты, на самом деле Сорос говорит об одном.
вы олигархи, я суперолигарх. Давайте, так сказать, разорвем эту несчастную Украину и наживем огромные миллиарды денег. Эксперты, оценившие тайную переписку, восхищены наглостью и беспринципностью архитектора хаоса. Так еще называют миллиардера из США. К сожалению, у страны, руководство которой с удовольствием подчиняется западным кукловодам, печальная перспектива. Жесткое внешнее управление и полная африканизация. Такой термин, говоря об Украине, уже давно используют политологи. Елена Аркунович, Наталья Ленькова, Максим Скопин, Валерий Савинский, Пятый канал.